А вот фигуристы Зачинска Алексей Роганов и его партнерша Кристина Астахова остались без олимпийской медали. На Олимпиаде они показали короткую программу с хорошим результатом, но в произвольном катании не смогли повторить свой успех и только ухудшили позиции в итоговом рейтинге. Пара завершила соревнования лишь на 12 месте. После выступления Алексей передал привет родным, друзьям и поблагодарил всех жителей родного Ачинска за поддержку. The score, please. Всем привет. Мама Ачинск. Кристина Астахова и Алексей Роганов have earned in the short program 70.52 points.